Сегодня в Брагино прошла спасательная операция. Бригада промышленных альпинистов пришла на помощь котенку, просидевшему целых 5 суток на дереве. Спасаясь от собак, кот забрался на верхушку березы и не смог вернуться самостоятельно на землю. Но голод и холод были не самыми главными испытаниями для заложника ситуации. Стая ворон ежедневно атаковала пленника высоты. Специалистов-высотников для спасения настрадавшегося за несколько суток животного вызвали жители близлежащего дома. Спасатели пытались заманить кота валерьянкой. Да, валерьянкой приманил, но как бы не подействовало. То есть животное, видимо, ну ветер сильный вообще. Там все сдуло. Но тем не менее, снял как бы, то есть он застревал там в ветках, сильный кот. То есть, видимо, взрослый уже. Вот, ну нормально все, сняли, как бы все хорошо. Один из самых агрессивных котов. Ну я просто как бы привык, я уж как бы брался осторожно за шкварник. Забрался высоко, сильно вцепился, вообще очень хорошо. Жить хотел. Немножечко задел, когда пытался еще раз убежать. После того, как уже спасатели сняли его. Ничего страшного. Ни одна служба, в которую мы обращались, никто не отреагировал. Вот, естественно, вот хорошо, вот еще ребята помогли. Вот, на нашем яр-портале организовались для данной операции, вот, потому что она еще не завершена. Котик сейчас отправляется в ветеринарную клинику. В дальнейшем мы его пристроим куда-нибудь.